Ну вот посмотрите, вот как бы я вам покажу эскиз черепахи. Смотрите, вот такая скульптура, которую мы планируем сделать. Я сейчас хочу сделать фильм, как делать каркасы. Ну, такой как бы нереально сложный, каркаса плохо видно. И даже не знаю, что надо на эту тему рассказывать. Как бы, ну, каркасы и каркасы. Ну, по большому счету, это очень сложная, ну, как бы, конструкция. Ну, будем со школы, там, я помню, немножечко сопромат. Ну, что такое каркас? Ну, это какая-то арматура и какие-то балки. Вот, смотрите, эта балка, если по терминологии, если я правильно понял, защемлена одним концом. Вот, видите, я ее приварил. И я пальцем могу ее вот, ну, погнуть, видите, усилие, ну, и она гнется. Ну, смотрите, на разрыв, если я потяну, то я подниму весь этот каркас. То есть на разрыв вот эта шестерка работает, ну, давайте, примерно 500 килограмм, 600. Вот блоки 2,5 тонны, 4 шестерки, их можно поднять. Восьмерками, вот восьмеркой, вот если у нас, видите, восьмерка арматура, ей можно блок поднять, ну, давайте считать тонну. Так, ну, если можно там просто и по справочникам можно найти эти цифры. Ну, короче, вот эти цифры, там, допустим, 500 и тонна, дают возможность примитивно рассчитать нагрузки на каркас. То есть вот эта арматура, допустим, выдержит 500 килограмм, а допустим, вот шея, смотрите, видите, шея, смотрите, сколько арматур, 1, 2, 3, 4, 10. Значит, она рассчитана на 5 тонн. На 5 тонн на разрыв. Но если я пойду на рычаг, то... Если на рычаг пойду, то... Она, усилия надо 10 раз, ну, короче, 500-600 килограмм усилия. Но 500-600 килограмм, такого не будет усилия на эту голову, ну, осевого. Но люди будут залазить 100 килограмм, ну, 200, ну, 500-600 килограмм. Значит, вот этих каркасов достаточно. Теперь, смотрите, ситуация такая. Что такое железобетон? Бетон – это очень уникальный материал. Он работает на сжатие. То есть на сжатие бетон может выдержать 1000 тонн, ну, просто красивое слово. А арматура работает на разрыв. Вот если мы сюда на разрыв, там 10 арматур по тонне, значит, 10 тонн она может поднять на разрыве. А арматура работает на разрыв, а бетон на сжатие. Если мы, как говорится, через рычаг сюда поставим, то мы, как Архимед говорит, мы можем перевернуть землю. Для этого надо сделать рычаг. Вот бетон является тем рычагом, который обрезает именно... Ну, вот эти рычаги обрезает и создает, ну, будем говорить, правильные нагрузки, не дает этому поломаться. То есть мы заливаем сюда, вот, заливаем сюда бетон. Вот смотрите, вот я сварил, арматура гнется это, а 4 арматуры не гнется. Я вперед лапу поломаю, то есть 4 арматуры сварены в определенную конструкцию. Ну, давайте назовем ее фермой. То есть идет сюда рычаг, идет к диагонали. И вот, короче, по такому принципу варится... Ну, допустим, фермы на крыше, на супермаркеты. То есть применять не арматуры, допустим, профиля, там, швеллера, допустим, трубы, которые работают, допустим, вот этим материалом. В данном случае я работаю арматурой. То есть каркасы у меня, скульптуры небольшие. И будем говорить, вот помимо шестерки сюда можно было четверку. Но только возникает проблема в том, что очень сложно варить четверку. А шестерку тройкой можно варить, она не пережигает. То есть, поэтому мы берем шестерку. Она дешевле и проще. Ну, а выдержит. А нажатие она сюда выдержит, ну, 10 тонн, так будем говорить это слово. А на излом, смотрите, вот на излом, все, я вперед лапу выверну. То есть вот она работает на излом. Теперь смотрите, видите, вот эта арматура, вот балка защемлена одним концом, а эта арматура защемлена двумя концами. Балка защемлена, и здесь совсем другие нагрузки. То есть эта арматура работает на разрыв, а это на сгибание. То есть на сгибание, ее, вот сейчас я ее уже и поломал. Вот здесь смотрите, я, допустим, 90 килограмм весом. Я, если арматура выдержит не сварка, то вот смотрите, я стою. Она прекрасно меня выдержит на разрыв. Еще 5 человек встанет, ну, только может порваться здесь. Потому что здесь металл калится и отпускается. И он, если, ну, как бы, допустим, будем говорить, металл бывает разных марок. Допустим, сталь 3 обыкновенного качества. Есть там, ну, сталь 45, там, ну, высокого, как легированная, там, высокого качества. Забыл правильные слова. То есть, чем больше здесь углерода, тем сложнее она варится. И чем больше углерода, тем она калится. То есть, ну, сталь высококачественная, будем говорить. Есть
сталь обыкновенного качества. То есть вот чем меньше сталь имеет углерода, сталь 3, тем легче ее варить и тем легче она гнется. Вот для каркасов она, допустим, работает лучше сталь 3, сталь 5, сталь 6, допустим. Вот она, допустим, легче варится. А каленая, а сталь, которая легированная, она при температуре закаливается и она может лопнуть. Поэтому в металлической, как в конструкции бетонные, по технологии вообще арматуру вяжется. Но так как здесь 10-кратные запасы прочности, то, ну, как бы мы его варим просто потому что быстро. Хотя можно вязать. Вот и дорожки можно вязать. Потому что мы, когда варим, мы перекаливаем металл. Вот и, ну, примерно, как бы, вот экскурс по металлу, допустим. Вот смотрите, теперь мы должны понимать, какие нагрузки работают. Вот, допустим, вот эти, все каркасы, мы, как бы, я стараюсь сделать, чтобы они работали на разрыв. Если в рычаги, допустим, то возникают проблемы, надо думать, какие нагрузки, как она будет работать. Ну, есть варианты, многие вставляют сюда трубы, там, профиля. Ну, под рукой не вижу профиля, допустим, ну, металлический профиль. Вот, допустим, сейчас я возьму его, чтобы... Вот, смотрите, вот это металлический профиль, допустим, вот, я могу его заменить, вот эту конструкцию, или, допустим, ну, куда-то вот врага вставить, вот сюда вот. Смотрите, я вставляю врага, и она прекрасно будет работать. Но возникает проблема другая. Вот когда бетон сюда поставишь, бетон здесь тонкий, он не будет нажатие работать. Нажатие будет работать металл. А металл, он имеет свою температуру расширения. То есть, когда будет жарко, солнце нагреет металл, металл расширится больше, чем бетон, и он начнет рвать бетон. Это касается и арматуры. То есть, вот здесь на выходе возникнет самое слабое место. То есть, вот здесь бетон надо как бы потолще делать, хотя бы 2-3 сантиметра, потому что это самая большая проблема в металлоконструкциях вот наших бетонов. Теперь другая проблема. То есть, делая скульптуры, мы реально нарушаем все технологии, которые возможны. Мы делаем слоенку, лепку. Вот смотрите, чем вот я кинул сюда, вот смотрите, я кинул вчера бетон, ну, помазали. Вот примерно он так работает. Ну, он еще не схватился, ну, то есть вот он так работает. Когда второй слой, мы делаем слоенку. Правильно делать модель, форму, потом брать и заливать это бетон, ну, заливать и вибрировать вибратором. Тогда бетон, железобетон, щебенка, арматура нормально работает. Ну, так как это очень долгие процессы, поэтому мы нашли вот такой способ делать лепку. Ну, это оформительская работа, которая, ну, у ней задача, допустим, 5-10 лет. Это не мост, не ГЭС, где надо вибрировать, содержать технологии. И, ну, как бы вот за счет того, что 500-й цемент, и там в 1-2, там в 3 раза мы усиливаем, ну, мы так считаем, что усиливаем, это как бы конструкция работает и держится. Хотя, допустим, его надо вибрировать, лить монолитом. Ну, технически, я эту скульптуру сделаем за 2-3 дня. Ну, за 3 дня легко сделаем. А если я буду делать модель, я буду делать месяц. Тогда эта черепаха никому не нужна. Вот она простоит там 10, 20, 30, там сколько лет простоит. А может через 20 лет у нее будут совсем другие задачи, и она никому не будет нужна. То есть будет уже другая, с алюминия будет, или с пластмассы делать, или будут другие технологии. Поэтому как бы вот мы делаем оформительские работы, делаем лепнину, делаем каркасы, и по большому счету нарушаем технологии, которые там, ну, допустим, придумали скульптора, которые отливали скульптуры там с бетона. Они делали модель, делали форму, и потом просто заливали, вибрировали, там, или с бронзы лили, или там с бетона, или там, ну, то есть, а мы делаем с раствора по новым технологиям, будем говорить, как бы, ну, или как бы, нарушая технологию, делаем, будем слоенку. Ну, в принципе, как бы, вот, есть работы, которые 30 лет стоят для парков, они, как бы, выдерживают, ну, свои задачи. Ну, вот, примерно все, что, как бы, я хотел сказать по каркасам, по этому.